Привет, друзья! В эфире «Час для родителей». И сегодня мы будем делать цветочек в горшочке с Полиной. Берем газету и вырываем его пополам. И теперь надо свернуть вот такой вот пеночек. Должен получиться большой кружочек. Но главное, чтобы он был ровный. Чтобы он стал круглый, как настоящий мячик. Вот такие мячики у нас получились. Теперь мы делаем цветочки. Вот такие. Ставим его степлером посерединке. Теперь мы берем стаканчик и делаем ровненький круг. Теперь мы берем ножницы и вырезаем наш круг. Теперь берем клей, он сейчас согреется, и сейчас мы будем клеить наши цветочки. Вот такая у нас получилась. Теперь берем палочку. Вот такая вот палочка у нас получилась. Теперь мы берем горшочек волшебный. Там у нас будет расти наш цветочек. Берем губку. Теперь делаем дырочку. Такие три губки нам надо сделать. Два с дырочкой, а одну мы приклеим. Мы ставим. Сейчас мы будем делать травку. Берем травку и наряжаем кружочек. Кругляшочек нам должен быть как наше ведерочко. Чтобы он сместился туда. Теперь мы делаем дырочку для нашего стебелька. Вот такой круг у нас получился с дырочкой. Теперь мы просовываем его к дереву. Что получилось так. Сейчас мы должны закинуть камушки внутрь, чтобы был у нас крепкий. Где наш бантик? Вот же он! А скоро зима, а наш цветочек не боится зимы. Теперь мы берем цветочек и ставим его. Вот такой цветочек у нас получился. Полин, я тебе его дарю, чтобы зимой он тебе приносил удачу. Спасибо. Всем пока-пока. Пока-пока.